Улица Ленина. Заинтересовала вот эта мозаика. С прошлого. Те, кто ее делал, не думали, что странно будет вот такое будущее. Если бы того человека из прошлого вдруг вот сюда вот перенести, он бы, наверное, подумал, что была вторая война. Какая-нибудь ядерная еще какая-то. Ну, не ядерная, ядерная. Вроде не все так развалено. Но какая-то война была точно. Потому что объяснить это по-другому как-то сложно. Будет новый дом. Вид с моста на улицу Ленина. На этот серый мир. На этот Мордор. Кстати, мост весь раздолбанный. Не знаю, тут, наверное, с советских времен его не ремонтировали. Бордюры здесь так и не успел поменять губернатор, теперь уже бывший. Так что бордюр здесь будет вот такой. Теперь неизвестно, когда его поменяют, так как если этого все-таки не вернут, то не знаю, чем будет, на чем будет воровать следующий губернатор. Этот зарабатывал, ну не зарабатывал, а воровал за счет бордюров из бюджета. Следующий непонятно, чем будет заниматься. Ну посмотрим. Очень сомневаюсь, что он будет делать что-то для города полезное. Новая стройка. Посмотрим, как это будет выглядеть по результату. Только Буратино очищен от снега.